Ты дропнешь в туалет? Да. Вы хотите, чтобы ваши бочки стало? Потом он загадал трюк с ступ. Я сначала сделала с подката. Бэкслэп, да, называется? Бэкслэп, да. Диви, це стрітлюфт. Здорово. День добрий. Здоров. 10? А я шучу, 10. 10? А, нормально. Я думала, ти год 13. А, ти не знаєш. Що ти робиш? Приїхав. Зараз Нікіта там. А. Збуду. Ви поїдемо. Ніштяк. Що таке буде? Оце Богдан. Самокатер, якщо я не ошибаюсь. Ні. Ні? Ваш. Ваш? Богданчик. Богданчик? Який Богданчик? Ну, Богдан. 5, Богдан 5. Богдан? Дай 5. Називається. Богдан, дай 5. Ні, не знаю. А це РТМ. Як хто замітив? А це РТМ. Знаєш його? Приїхали з нами. Куди їхати? Як? Шесть км. Навіть менше. Менше? Ні, ну, менше, ніж до Бучі їхати. Ти же в Бучі. Я загадую поїхати на вас. Що за ступ загадуєш? Я загадую, ти за ступ барсліну. Що? Барсліну. Круто. Ти розумієш барсліну? Я з Ваніка не вмію. А, ти ж бачив, як він робив барсліну. Ванеті. Ну, не знаю, давай який то... Ванеті трьох. Та він не вміє Ванеті. Що він таке вміє? Що? О, це ікса. Чисте слово. Так. Да. Прокрутка підальна. О, вон Никитос! 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 Никитос, здорово! Баклажан из Одессы приехал! Здорово, Никитос! Короче, знакомьтесь, это Боня. Да. Так, мы же... Я Дима. Руля, продолжай, педаль. Опа, пиво! Здорово. А шо, Бодя крутой? Бодя, ты умеешь кататься круто? Давай какой-то крутой трюк. Давай какой-то трюкой крюк для видео. Ну только то же самое, как реверс, только вперед. Что, реверс либо проще? Реверс проще. Я бы не сказал. Я не понимаю, я... Давай реверс. Давай. Ну поехали. Потому что акселерейте и так... Разве что в оппозитор не туда уже поїхали, давай туди поїхали. Сейчас піднеться, ну що? Що, давай? Давай. Або, Іля, давай на подкаті. Коротше, я загадую йому футплент Ванеті на подкаті. Давай, ставай в неї. На той. Де, на той? Ні, давай, ми вчора злазили. Комари мені загризають. Блін, Діма, ти ж жіночим, ти в женському туалеті був, ти як так? Ой-ой-ой. Два женські? Ти переключив? Да, я переключив. А як воно переключається? Та блядь. Посмотри. Настя. А, о. Я покатался на BMX-е и понял, что... Что тут не так? Надо сходить в туалет. Снимаешь? Да. Блин, не туда вышло как-то. Ща. Вы, может, там по... Чё?
можно. Надо было пофлексить на туалете, что ты слез? Блин, давай еще. Ты пофлекси, ты же умеешь, давай. Ты сломаешь сейчас голову. Включаем брутальный режим. Бачишь, без юбки, все. На столбище давай. Да не. Уже реально наркомания начинает. Кинь, сейчас бы сюда Никитос, и он бы прыгнул бы с туалета. Да? На самокате, да. Да, на завтра будет. Если дождя не будет. Платишь в туалет с великом так, чтобы дверь закрывалась, короче. Потом я типа с камерой иду такой. Так, что-то мне хочется срать, пойду-ка я посру. Открываю дверь, короче, а там ты с великом такой, короче, выпрыгиваешь оттуда и делаешь банихоп. Хоп, ай, гул, минувати, закладати бімбу Україну. Сделал. Це нолі. Нолі? Ну ти б сделал банник з нолі так. Я ж не помещу, що попадеш. Помістиш. Так як в електричці там був, в принципі. Один в один. Да. І так, я блогер Дмитро. Зараз я буду знімати туалет рев'ю. Ходімо зі мною, я вам все покажу. І так, це середньостатистичний біотуалет в Україні. Таких дуже багато. Заходимо зараз всередину. Опа, що ми тут бачимо? Ой, бляха. Перше, то ми бачимо рукомийник із серветками всередині. Друге, то ми бачимо говно зелене. Ну, здівай сам, коротше. І так, тут місця у нас, по-моєму, навіть менше. Значить, сюди я точно не поміщусь. Та ні, я там не поміщусь з бемом, мені треба буде стати на цю фігню. Ну і що? То давай ти. Давай ти ж тут контент-мейкер главний. Хорошо. Катаюсь по парку, красиво виды смотрю. Но что-то не так. Надо сходить в туалет. Оп, фонарик, потому что темно. Так. О! Кто это? Ё-моё! Кто? Ты кто? Ты кто? Я на це ржачі. Так, катаються українські BMX-ери. Давай ще раз. Та ні. Та я на це... Давай тепер я. Тому що я почала ржати, окей? Да. Давай я. Вон там, вон прямо по курсу ми видим. То що? Вот, і що там мені вижу? Хочеться, ну, прижимають уже в туалет. Вот тут вот поставили, слава Богу, такі туалети хорошенькі. Зараз ми якраз зайдемо, перевіримо, що тут, як тут. Да, давай еще раз. Ничего. Итак, в общем-то, ребята, сейчас гуляю по ночной рубежовке. Вот, и что-то вижу, мне хочется, ну, прижимают уже в туалет, надо куда-то сходить, то есть отлить. Вот, слава богу, поставили в рубежовке вот такие вот туалеты. Сейчас мы как раз зайдем, посмотрим, что тут, как тут. Ой, блин, что ты делаешь? Мужик, ты чего? Сейчас дорогу. С самокатом? Нет, просто. Давай прыгай. С самокатом легче, давай с самокатом. Да, два самоката. Просто? Ой, блядь. Ага, в ровной ноги. Кто? Давайте мне. Ой, Дима. На, бэм. Забрал.
О! Давай, давай, хорош! Запрыгнул туда, как кабанчик. Пацаны, так, давай. Дай мне... Отойдите, блядь! Отойдите, блядь! Нормально, залезь и все. А я... Мне паркур, я в следующий раз, Дима, вот так покажу. Ладно! Дима, давай лайфхак, как залезть. О, ты будешь дропать с нее? Так вот, смотри, вот сюда вот ногу ставишь. Да ну, я... Дима, ты паркур. Как... Вот так вот, как-то боком, да-да-да. А вот эту вот херню. Давай. Давай быстрее, потому что людей куча. Никит, давай. Да, сейчас на камеру тебя снимут и будешь ты во всех. О, давай, хорош, хорош. О, Никитос, красавчик. Давай. Так, он поединается. Да, пацаны, я не выдержу. Давай, как вы видите. Выдерживай, давай. Давай еще раз. Ты ногу поставил? А? Покажите. Блин, Дима в туалете теперь сломался. Давай. Залезь туда сложнее, чем спрыгнуть. Пробуй по лайфхаку Димона. Залезь в туалет. На. Давай. На, давай покажу. Лайфхак и вид метро. Я вам было б легко на лазике. Да, да. Ты просто высокий. О, погнали туда залезем. О, давай, давай. Давай, давай. Танчувал, рыба с раком. Не выпускай. Держи его, да, не выпускай. Я все снимаю. Давай, рыба с раком и Петрушка с Пастернаком. Уже идут ругать. А мы ничего не ломаем. Смотри, вы хотите, чтобы зараз ваші батьки стали нові кабінки? Так ми нічого не ламаємо. Ви хочете, щоб ваші батьки стали зараз нові кабінки? Ні, то ми нічого не ламаємо. Поэтому... Це називається вандалізм. Ну ми не тягаємо. Це називається вандалізм. Якщо ви ще коли ми щось ламаємо, да. Ви не вандалізм. Він зациклився на одному і тому. Да, він попухав. Блин, он только что вкатил, я не снял, давай. Хорош! Окей. А с лайков и ты дропаешь вот сюда? То есть тут высота больше метра, и он хочет отсюда катить сюда, спрыгнуть. То есть спрыгнуть вот сюда, тут съехать сюда. Да. Хорош, Костя. А ну-ка, Смит. Давай, ты как Костя Козлов. Бил, он как Костя Козлов. Ты его не... Всё, ты его засоряешь. Ты должен будешь потом купить новый туалет, потому что ты... Ты! Цветы! Жопой нюхаешь цветы! Давай, я випа дам туда. Давай. Ты дебил? Чего? Он Костя Козлов. Ему жить надо. Да он Костя Козлов. Вот, давай позвём легендарного. Что? Никита, что ты сказал еще раз? А чем вам не рампа? Да? Я звоню легендарному маме. Подожди, подожди. Ну давай. Сейчас. Блок! Бэнгер! О. Подожди. Подожди, Дима, пускай он сюда приедет. Да. Не-не-не, пожалуйста. Нет. Да, окей. Пускай, давай, это же будет контент. Алло. Алло. Дай. Да. Дай.
Алло, мамба, ты будешь кататься? Да нормально камера. Да Дима, сними. Налево. Да! Фулл кап? Давай без печей. Чекайте, да? Да, хорош. Так да, делай, давай. Давай. Что ты? Попробуй. Ну, я не просто попробую. Ну, не надо для себя. Да перекрути попробуй. Просто, Валенти. Валенти, перекрути просто. Дима, вот почему ты сидишь и не снимаешь? Сейчас сделаешь, давай. Блин! Ой, блин! Оу! Да, топ. Давай. О, да почему ты? Давай. Так, ты подписался, да? Да, я подписался. Есть телефон с собой? Дашь Инстаграм? Могу дать еще. Давай Инстаграм, я тебе скину. Почти, давай. Почти. Нет, не был райд. Так, мы приехали купаться. Че, давай. Едем на Красный хутор купаться. Тормозим! Шелковица!
Спасибо. Сейчас Тима підтягується з великом. А у тебе підтягнусь, на. Та це високий. Я тебе з'їм. О, єс! Давай з МТБшкой. Бар закрутився. Давай, далі. Для бара. Дім, ти знаєш, Артім так робили вже? Артім? Да. Давай з МТБшкой, Димон. Мы остановили, что только кушать. Почему? И мороженое. Никита купил нам мороженое. Спасибо, Никита. Подписываемся на Никиту. Угу. Обязательно ставь лайк, потому что всего за 20 лайков Кирилл вкатит в ту жесткую штуку прям сверху. Также рассказывай про это видео другу, пиши коммент, ну и другие видео посмотреть не забудь.